Есть у него приз. 217. Дрэгон который? Нет. На X2? Ну, в ГГВП здесь, Вася. Вот так, чтобы на ульде было. Маги, совы, кресты, все хотят пойти. В смысле, Алена, что за новости, блядь? Ну что? Ничего. У вас еще и прист есть. А им ты когда успеваешь играть, мне вот интересно. Утренняя РК. Утренняя во сколько? С ДВ. Во сколько, во сколько? В 10. В 10? Это что за гильдия? Это ДВ. Ну, ДВ так и называется или как? ДВ это Дальний Восток. Я знаю, что Дальний Восток, а гильдия как называется? А, там Дальневосточный статик есть. Да? Да ты на ДК этот, в ДД же. В каком месте? Ну мы здесь один танк нужен, нахрен здесь второй танк. Танк, если, блядь, тебя в руку возьмет, то, да? Блядь, да, то ты просто нажмешь таун, ты пойди постоишь 3 секунды. А, ебать, тебе шотнет, нахуй. Да в смысле шотнет, я там ретриком, ты сколько раз уже это делал. Блядь, ретриком 50 на 50 у тебя есть, а у меня, блядь, айсбаун? Ну такой... ничего я не жал, я просто брал щит в руку и нажимал таун, все. А, ебать, если б я на ДК мог щит в руку взять, я бы, может, тоже не въебался. У тебя стойка есть. Ну, скажешь, я зубы кину. Да, это десятка, вы что прикалываетесь? Где 3000 прилетит, там, 4, ладно. Тут вообще это... ни урона, ничего нет в этом месте. Нет, Дэки, ну это смотри, это может быть из разряда того, что сейчас ОС в одного танка было. Ну вот я, по-моему, на прошлой неделе просто ретриком говорю, щит там. Потом опять двуручку взял, все. К тому же, ладно бы он там на 10, на 20 секунд в эту руку брал, он там берет на 3 секунды и выкидывает. Я уже заебался. Так ты, получается, так сейчас и сделаешь, да? Или как? Ну, могу я в ретрике пойти. Ну так ты же больше... Ну я хочу потанчить, я говорю, потому что я в ласках все подряд на меня. Да ДК удобнее, там притяжка сбивать каст. Собьет. И в ДД. Так, у меня что-то лагает. Вы как? У меня вообще все зависло. Ты как? Смотрю все как. По всему херово. Все зависло у меня. Просто. Чё, Аль, ты в 4 что ли нажимать? Да я с тебя, блядь, заделываю. Ну, сорян, чё, у меня... Хотя подожди, ну телефон же работает, тоже по Wi-Fi. На это чё зависло? Знаешь, что? Аль, ты в 4, короче, жму. У меня тут... За городом. Интернет 200 мегабит, оптик. На даче. Слушай, а ты где за... А, ты на даче. Ну как дача? Это сложно называть дачей. Коттедж, короче. Mm. Просто в игру не заходит. Может, меня опять забанили? 5-5 косарей, что ли, сунявить? Когда опять ты обловил? Нет, я не знаю, что. Сейчас я... Я думаю, Дэги больше не будет ловить рыбу никогда. Не, ну я пользуюсь автокликером. Ну, это же не так страшно. Ну а как мне 1000 руды там распылить? Это сколько раз пальцем надо нажать? Не знаю, я просто макрос сделаю и тыкну пальцем, все. Да, 200 раз можно тыкнуть пальцем. А так да, автокликер уже поставил и ушел. А, да сейчас ты еще и тут натыкаешь. Да, автокликер сюда садишь. Охрененная экономия времени, потом на новую прокачку перса. А зачем? На 5 косарей голды? Я, говорю, черепаху да хочу выкормить. Ладно бы голды, рублей же, а не голды. А, точно, блядь, рублей.
5 косарей голды я бы каждый день тут банился. Дайте, пожалуйста, мне париста, Аня. Нормально все. У меня бафы есть, все. Ничего не надо. Дайте, пока деньги заходят, я пойду чай налью. Да я бегу вот уже рядышком. 10-го никого не будет? Дай. А что 10-го? Какой-то особенный день? 10-го человека, блин. Любой ДД, казалось бы, да, зашел. Да и ладно, в 9. Там вот. Так, сейчас я бафы обновлю. Долара не скучает. Ну, поставьте лейки бахнут. Сейчас поставлю. А, это, Ань. Это, тут? Ну, тут куда делать? Это, подгонит себе сегодня пояс. Спасибо. Низкий спис у нас где? Драконик по гости, он не сумолился. Поставь шкафчик. Можем. Я нам нашла БР и сову. БР в этом говне. 3800 КП. Так. Вот что-то вот, знаешь, вот мне кажется, вот из-за того, что вот так вот мы сейчас рассуждаем, сидим, мы и вайпаемся, блядь, здесь, как долбоём. Да тут хан 220, понимаешь, он просто уснёт на кнопке и убьет одного его. Понимаешь, 3800 хп, блядь. Блядь, в РБК, блядь, у боссов больше хп. Я все понимаю, но... На 5. Товарищи, давайте... Пять минут каски этой 8% осталось. Так, а у меня на танке что, на ботинках нету? А, нет, тут 22 выносливость. Понятно. Не знаю, если на танк тоже пиздячный ускорителем, потому что помогает в некоторых ситуациях. Вообще must have. Еще и ракетница помогает, кстати. Все, Ренатов, ДД, ДД, в танк. Танк с ракетницей? Я только каркас ебанул на броне. Пиздец, блядь. У меня 15 мастерства. Все, погнали. Давай, Дэйк, забирай. Офигеть, слава. А чё? Ты значит, ты специально его или случайно получилось? Ну, в смысле, чтобы каст не прошел. А, все. Тогда ты, получается, долго ждал. Он довольно долго кастовал. Вот сейчас я в руке. Блять, тот, кто по 1 ДПС разогнулся. Найс, баунт 7 секунд, ты там где? Да не сбивайте его костя, ну посильнее, он, блядь, придет по 5 тысяч, блядь. Я в руке. А все, да? Да, я тебе говорю, тут больше это рассуждали. Ебать, откуда у меня такой ДПС, пацаны? Кого? Я думал, я 4 куска даю с половиной. Последний раз вот 4500 давал. Так, что, нам нужно обсудить со Знакс? Это шприц, что, все? Смотрите, я смотрю, никто не нажал ни на что.
Ты парашек какая-то выпала. Да. У нас один лок, один друид забрали, пошли, все. Вон, так, а чё это никто ни на что не нажал-то? Ну, клок пошел, забрал грудак свой ПВПшный. У меня 213. Это ПВП. Кристалл в пропасть. ПВПшный не пылятся. Я надеялась, что выпадут штанишки 213. Так, десятка, 200 и другой. Состав в нас десятку. У меня, в принципе, вот какой есть сейчас вообще полностью устраивает. Да, только ты соло везде танкуешь, окей? Да, ну, не везде. Ну, бывает, что два надо. Да пока ничего не ищет. Это пиздец, ебать. Только ты в соло везде танкуешь. Ну да? Ну, это не везде. Ну, там есть боссы, где надо два. А вот Вася пойдет. Как ты на электрическом будешь первых двух? А что, вы сейчас с Макс идете, да? Не знаю, наверное, я хуй знает. Мы не знаем, с чем заняться, понимаешь? У нас тогда 25 не собралась. Аня, а ты что, это... Может, портал поставишь? А, там же есть на выходе, да? Пойдем в Накс, почилим. Нормально же все. Давайте поставим... А, да, я жду маги, точно, я же могу портал ставить. Так, ну, как раз пристаю оденусь. Куда-то убегает все время, и капец. Блять, меня пиздит стража. Ты не достоин находиться в Долоране? Какой в Долоране? Меня здесь, блядь, тоже пиздит. Меня везде пиздит. В Долоране пиздит, здесь пиздит. Вот такая вот твоя тяжка.